Этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Со слезами приближали, как могли, этот день. Небо, стали просто землей. Парадты açık деп жарыялайбыз. Парад жүрүшү баштансын. Победителей в войне. На старых фото вечно молодые, оставив вахту в небесах. Как живые течет река бессмертного полка. Шиховцов Иван Тимофеевич, Тургунов Сапарбай Тургунович, Александров Николай Филиппович, Астафьев Василий Дмитриевич, Драгунов Михаил Егорович, Джапаров Мусередин, Коваленко Алексей Ефимович, Люманов Сулейман Люманович, Листоров Михаил Матвеевич, Лакаинов Павел Герасимович, Любанков Павел Михаил Семенович, Матузенко Леонид Павлович, Мухтияров Григорий Николаевич Иванович, Макков Иван Александрович, Полосенко Андрей Дмитриевич, Минков Семен Йосифович, Михаил Сергеевич, Камбаров Кимян, Газиев Рустамджан, Өлбөс полктун эресине гүл коюу азелүүдө. Шаарыбыздагы мекеме ишканаларды, окуу жайларды, Кочкар Ата шаарынын мэри Жумаев Алтынбек Токтомуратович, шаардык кеңештин төрагасы Абдрахман Сейфкулов Улукбек Алыкулович жетектеп келишүүдө. Thank you.
Майрабыздар менен урматтуу афган ардагерлери. Кимсанбаев Адылжан Камилжанович баштаган Баттен коголагынын ардагерлери, ардагерлери бар жана төрдө курман болгон. Ошондой эле Чернобыль апатынын катышуучулары бар. Алардын экөө курман болгон. Майрамыңыздар менен. Кочкарата шаар мэриясынын аппарат кызматкерлери гүл коюу аземине жакындашууда. Мэрия аппаратында эл үчүн 25 кызматкер эмгектенип келишет. С праздником! Кочкарата шаардык кеңештин депутаттары жана аппарат кызматкерлери. 21 депутат жана 4 аппарат кызматкер шаарыбыздын гүлдөрү Курбаналиев Жолдош Али Тургунович баштаган шаардык квартал жетекчилери, Артыков Базаркул баштаган коомдун алдын алуу борборунун мүчөлөрү, Акматова Алипакан Түмөнбаевна баштаган шаардык аялдар кеңеши жана Аскарбек Дарманкулов баштаган аксакалдар сотунун мүчөлөрү, ошондой эле Камбаров Сапарбек баштаган ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү гүл коюу аземинде. Аксакал ардагерлери. Акционерного общества «Кыргызнефтегаз» управляет открытым акционерным обществом «Кыргызнефтегаз» Бостонов Рашид Абдумаликович. В этом предприятии работают 2344 сотрудников. Бул ишкана райондук бюджеттин 70%, областтын 30% толуктап, Кочкарата шаарынын өнүгүп өсүүсүнө түздөн-түз салым кошуп келет. Жеңиш майрамыңдар менен, урматтуу нефтчилер.
нефти жана газ өндүрүү башкармалыгынын кызматкерлери. Жетекчиси Абылов Нурлан Курманбекович. Мекемеде 747 кызматкер эмгектенет. С праздником вас! Открытого акционерного общества «Кыргызнефтегаз» руководитель Султанов Бекболот Мырзакасымович. В этом предприятии трудится 515 человек. Состоит из 5 колонн и 1 тракторной колонны, где 264 единицы технологических и специальных автотранспортных средств обслуживает НГДУ, КУБР, СМУ, УВС и другие подразделения. С праздником вас! Башкармалыгынын кызматкерлери. Ишканада 226 кызматкер эмгектенет. С праздником вас! Газового участка в количестве 40 работников, которым управляет Амадалиев Кочкурбек Маткалыкович.
приближаются работники управления водоснабжения. Руководитель Абдуразаков Калдарбек Абдуразакович. В этой организации работают 70 человек, которые снабжают водой не только жителей города Качкараты, но и за ее пределами. С праздником вас! Жетекчиси Бурханов Абиламид Эргешевич. Учурда ишканада 70 кызматкер эмгектенет. Майрамыңыздар менен. Бостонов Куат футбол клубунун вице-президенти. Кыргызстандын футбол чемпионатында алдыңкы орунда бара жаткан Нефтичи футболдук командабыз. Шаарыбыздын гана эмес, Кыргызстандын сыймыгы. Жеңиш майрамыңыздар менен, урматтуу биздин футболчулар. Колонна работников открытого акционерного общества «Кыргыз Геофизика» под руководством Эргашева Захиджана Мамадгазиевича. В коллективе работают 250 человек. С праздником вас! Акционердик коомунун эмгек жамааты толуктайт. Ашуун убакыт Талиев Талиен Анарбаевич жетектеп келет. 72 жылдык тарыхы бар бул ишкана
советтик дордоле капиталдык курулуштарды куруп, даңкы алыска кеткен. Кочкараташ шаарында курулган имараттардын орчундууларын белгилей кетсек, Кыргыз нефтегаз техникалык башкармалыгынын 2 кабаттуу чарбалык имараты, номер 28-чи мектептин кошумча имараты, Монтажная көчөсүндөгү 100 орундуу балдар бакчасы. Майрамыңыздар менен. Эмгектеришет. 20 билим берүүнүн мыктысы. Колледж 9 багыт боюнча адистиктерге даярдайт. Окуу жайынын студенттери олимпиадаларда, спорттук белдештерде, ар кандай колледж турмушундагы конкурстарда дайыма байгелүү орундарды багындырып келишет. Праздникам, уважаемые коллеги! Кочкаратинский региональный медицинский колледж во главе с Абдурасуловым Бакытбеком Абылкасымовичем. В коллективе работают 37 преподавателей, из них 20 врачей. Колледж готовит таких специалистов, как фармацевт, акушер, медсестра. Коммерческий директор Кочкаратинского медицинского колледжа Эгембердиев Куваныч Мырзамамытович. Жамаатта 62 мугалим эмгектенет. 3 мугалим кесиптик техникалык билим берүүнүн мыктысы. Окуу 4 багыт боюнча кесип ээлерин даярдап келүүдө. Майрамыңыздар менен, урматтуу кесиптештер. Детской юношеской спортивной школы во главе с Усмановым Алишером Абдулаевичем. В настоящее время работает 12 тренеров. Один из них – заслуженный тренер Кыргызской Республики по футболу Паязов Надырбек Паязович. В детско-юношеской спортивной школе тренирует 326 учащихся по разным видам спорта. Участвуют и занимают призовые места в республиканских, международных спортивных соревнованиях. Слава нашим спортсменам! С праздником! Персонала. Из 51 учителя один учитель заслуженный. 13 учителей носят звание отличники образования. Учащиеся школы принимают участие в областных, республиканских олимпиадах, где занимают призовые места. С праздником, дорогие коллеги! Бул мектепте 45 мугалим, 16 тех кызматкер эмгектенет. Жана
1090 окуучу азыркы учурда билим алууда. Эмгек жамаатында 16 мугалим